Кирилл Иерусалимский, один из самых почитаемых отцов церкви, родился в 315 году. Много в своей жизни претерпел гонений этот проповедник и пастырь. Было время арианства. И император Констанций, и император Юлиан Отступник, и император Валента – все они подвергали гонениям и ссылкам святителя. Лишь при императоре Феодосии Великом Кирилл Иерусалимский смог вернуться к своей епископской деятельности в Иерусалиме. И вот на Втором Вселенском соборе наконец-то утвердили Никео-Цареградский символ веры. Произошло это в 381 году. Святитель Кирилл оставил после себя 18 огласительных слов, в которых истолковывал смысл символа веры. «На скрижали сердце» предлагал автор толкований записывать символ веры. Умер святитель Кирилл Иерусалимский в 386 году. Память святителя совершается в Православной Церкви 31 марта.